Привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Сегодня я хочу рассказать вам о таком замечательном бьюти-гаджете, который называется Травала. Выглядит он вот так вот. Я думаю, те, кто сидят на YouTube, те, кто читают Cosmopolitan, уже знают, что это такое, видели много-много-много обзоров, но сегодня вам предстоит еще послушать обзор от меня. Итак, что же это за штучка? Это такая маленькая компактная вещица, в которую вы можете переливать, заправлять свои любимые духи и таскать их с собой в сумке. Но я думаю, даже не стоит показывать, что чем брать с собой вот это вот в сумку и разбить это и так далее, гораздо удобнее взять вот такие вот маленькие штучки. Размером они просто вот буквально с помаду. Очень-очень удобно. О существовании этих штук я узнала именно благодаря YouTube, благодаря американским блогершам, и очень-очень ждала, когда же такие штуки появятся у нас в России, потому что это реально очень удобно. Очень много сейчас выходит всяких разных продуктов интересных для красоты, но вот это реально просто must have, и мне кажется, у тех, кто любит парфюмы, такая штука обязательно должна быть. Кстати, вот что интересно, я тут даже прочитала, что Травала... Сейчас скажу. Травала – обладатель премии Cosmopolitan Beauty Awards 2010 в номинации «Лучший бьюти-гаджет». Так что это практически тренд двухлетней давности. Но от того, что это тренд двухлетней давности, оно не перестает быть актуальным, потому что реально очень-очень-очень удобно. Ну, то, что это очень быстро все заправляется, то, что это не бьется, то, что с этим можно летать в самолете, брать куда угодно, это все понятно. То есть, реально, я его роняла куда только не роняла, ничего не бьется, потому что здесь нет ни стекла, ничего. Хватает здесь на 50 распылений, как бы, как заявляет производитель. Я распылений не считала, но на день, два, три спокойно хватает, если слишком сильно не заливаться духами. Вот, что хочу сказать. Волосы выпадают в рот, что это такое? Помимо того, что очень такая у них интересная палитра, да, есть серебряные, розовые, какие еще есть? Серебряный, розовый, золотой, а есть еще черный. Черный реально может классно подойти парням. Вот как бы глупо ни казалось, потому что вот у парней ситуация с парфюмом очень-очень грустная. Так что, девчонки, вам на заметку, к 23 февраля очень неплохо, или на 14 февраля тоже очень неплохо. У парней какая-то странная ситуация с парфюмом. Вы знаете, мальчики делятся на два типа. Либо они обливаются духами так, что просто страх божий вообще, и с ними тяжело сидеть, и ты задыхаешься в их парфюме. Либо ситуация такая, что парфюм у него есть, но он им пользуется так мало, что даже вы, та девушка, которая подарила ему парфюма для того, чтобы чувствовать этот аромат, вы нифига не чувствуете, потому что, ну, вроде как много пользоваться, я с утра обрызнул и хватит. А вот такая штука всегда может валяться у него где-нибудь в машине, в сумке, главное вам не забывать ее вовремя заправлять. Так что реально клевый подарок для парня. Вот как бы глупо ни казалось, да, такой женский бьюти-гаджет реально хорошо подойдет парням. Ну, уж не надо, наверное, дарить только парням розовые, как бы. Но черный ему очень-очень неплохо подойдет. Очень быстро заправляется, супер вещь. Где это все можно дело приобрести? Можно это заказать с официального сайта travalo.com, ссылочку оставлю внизу. И также для тех девчонок, в чьих городах есть сеть Литуаль, в сети Литуаль тоже продаются эти штуки, представлены, по-моему, во всех цветовых позициях. Единственное, я, по-моему, красную не видела. Все остальные видела своими лично глазами. Так что очень-очень удобная штука, и я не понимаю, почему это не произвели раньше, потому что реально очень удобно таскать вот эти с собой духи. А я такой человек, я меняю запахи практически там каждый день, и я помню, когда там, не знаю, ездила на работу или в институт, у меня подруги все время удивлялись, как так у меня в сумке могло лежать там 4 разных аромата, а я просто забывала и постоянно их складывала в сумку. А вот с этой штукой очень удобно, очень так красиво, и безумно мне нравится дизайн, он такой немножечко, как бы это так сказать, какие-то такие нанотехнологии, но при этом безумно-безумно стильно выглядит. В общем, очень советую, очень здорово, ваш любимый аромат всегда с собой. И что мне еще нравится, что после того, как вы вот полностью закончили один какой-то свой парфюм из вот этой вот штучки, да, из Травала, то когда вы наполняете следующий, запах не смешивается. Нет, ну если, конечно, вы после какого-нибудь такого ядреного пуазона зальете туда что-нибудь такое
прозрачно-ландышевая, то, конечно, запах пуазона, наверное, останется. Но вот на таких вот более-менее похожих каких-то запахах, по стойкости я имею в виду, запах абсолютно не остается. То есть, вот, например, до этого у меня здесь был, была Dolce Gabbana Императрица, после этого я его выбрызгала, добавила сюда Trésor in Love, и запах не смешивается, то есть запах остается именно такой, который вы заправляете. Вот, в следующей части видео я вам покажу, как я заполняла свой Травало, вот, так что, если вам интересно, оставайтесь, посмотрите, очень много таких видео уже у разных девчонок, так что, я думаю, я вам не открою никакую... тайну, не открою для вас Америку, просто хочу еще раз обратить ваше внимание на вот этот вот продукт, потому что реально очень-очень удобно, супер классно и стильно, ну, в общем, я в полнейшем восторге, и я реально вот ждала, когда же у нас это дело появится в России, потому что очень-очень-очень удобная, интересная штучка, такой современный бьюти-гаджет. Большое вам спасибо за просмотр, если вам интересно, оставайтесь посмотреть, как я заправляла свое Травало. До встречи на моем канале, люблю вас! Обычно свои любимые духи мы покупаем в большой версии, чтобы было повыгоднее, поудобнее, и у нас образовываются как бы горы, ну, как бы у меня горы, у кого-то не горы, вот таких вот парфюмов, которые потом начинаешь брать с собой в сумку, иногда оказывается, что у тебя чуть ли не 3-4 версии вот таких вот 100-миллилитровых упаковочек сумки. Плюс это не очень удобно, потому что они могут разбиться, ну и как бы тяжело, так что тяжесть в наших сумочках это тоже такой очень значимый факт. Поэтому вот если сравнить большую упаковку и вот такой вот маленький атомайзер Травало, как бы, ну, становится понятно, что удобнее пользоваться вот такой вот штучкой. Итак, делается это очень-очень легко. Я думаю, вы видели 100 раз, но я вам покажу в 101. Итак, нам нужно открыть крышечку духов, снять вот эту вот верхнюю штучку, чтобы осталась вот эта вот пимпочка, назовем это так. Что мы делаем дальше? Мы присоединяем вот этот вот наш пульверизатор к духам и начинаем набирать. Попробую сделать поближе, может быть, будет видно. Видно, как он набирается. Делается это очень быстро, буквально прям вот несколько нажатий, и у нас полностью наполняется наш атомайзер, который... Очень, кстати, удобный пульверизатор, то есть он точно 100% не сломается, как иногда часто бывает в духах, они и ломаются. Здесь очень удобный, так что все, мы все наполнили, и наш любимый аромат всегда с нами, по-моему, очень удобно.